статистике Комитета по отделам ЗАГС и архивов правительства края в 2000 году было зарегистрировано 12 426 новорожденных. Спустя 4 года в крае родилось уже 16 322 ребенка. Далее в 2008 году 17 291. В 2012 году 18 529 младенцев. В 2015 году был отмечен рекордный всплеск рождаемости за почти два последних десятилетия. Тогда в регионе родилось 19 314 детей. Положительная тенденция сохраняется и в 2017 году. Только за 9 месяцев в Хабаровском крае родилось 12 155 детей. Около 52% родившихся в Хабаровском крае детей – это мальчики. Девочки – примерно 48%. При этом в среднем 90% новорожденных в указанный период – это первые дети в семье. Затем по количеству преобладают вторые дети. Такая тенденция наблюдалась вплоть до 2013 года. В последние 4 года в регионе резко возросло количество третьих и последующих детей. Теперь в среднем их рождается около 12% от общего числа появившихся на свет. Это связано в первую очередь с мерами поддержки многодетных семей, которые реализуют власти региона. Интересной особенностью последних 17 лет стало то, что в семьях гораздо чаще начали появляться двойни. Если в начале 2000-х в среднем рождалось 170 таких детей, то к 2017 году их число уже приблизилось к 500. Правда, из года в год происходят цикличные спады рождаемости, однако количество двойняшек теперь не опускается ниже 300 детей в год.